А где она? Давай поищи зеленую. Это левая ручка, да, у нас? Это какой цвет, Самир? Знаю. Ну ты да, ищи вот здесь пальчики. Ищу. С прошлого года к нам в дом стучалась беда. Мы стали замечать свечение у нашей дочери в левом глазике. Окулист по месту жительства нас направил срочно в НИИ глазных болезней. На консилиуме врачи объявили, что у ребенка ретинобластома, это рак сетчатки глаза. Поехали в Москву, попросились на госпитализацию, но у них не оказалось места, 5 мест на всю Россию. Сразу нам посоветовали удалить глаз. Мы решили попробовать лечение за границей. Единственное, кто ответил нам, это Швейцария. Там онколог, у них своя клиника. Отправив ему несколько документов, снимков ребенка, МРТ, заключение, он нам все-таки дает шансы, что можно сохранить глазик. А в дальнейшем, может, даже и зрение. Он нам дал приглашение на 7 апреля. Мы очень надеемся, что нам там помогут за рубежом. Детишки маленькие с 2 глазиками там вылечивались. И все с глазиками со своими, без никаких протезов. Вот мы тоже очень надеемся, что нам помогут. Сумма очень большая для нас. Чтобы попасть в кратчайшие сроки в Швейцарию, в эту клинику, нам срочно надо 4,5 миллиона рублей. Самую основную помощь нам помогают, конечно, наши родители, наши родственники и близкие друзья. Мы собрали где-то больше 1 000 000 рублей. Но для того, чтобы поехать туда, все равно нам остается там собрать еще 3,5 миллиона рублей. А это? А это? Правильно. А вот это какой? Красный. Красный? Белый же? Ничем не отличается. Также бегает, прыгает, кушает, играет в куколки, красит губки. Длинные красивые волосы, то есть косички, все как у девочки, платьишки. Очень развитый ребенок, мы очень надеемся, что нам помогут, что сохранить глазик. Очень надеемся, что все будет хорошо, как было раньше.